Здравствуйте. Кому обращение можно сделать? Да, можно сделать. Можете представиться? Орехов. Орехов? Нарушение правил дорожного движения, парковка на тротуаре. Вон там водитель есть, тут двоих, двоих нет. Можете обращение принять? Меры. И меры принять. Вы кто? Юсупов? Юсупов. Открою для вас небольшую тайну. Приказ 736 МВД обязывает любого сотрудника полиции принять обращение гражданина. Записать его данные, сообщить территориальный отдел полиции, отдел номер 2. И принять меры к пресечению административного правонарушения. Это федеральный закон о полиции, статья 13. Я прошу принять меры к пресечению административного правонарушения, или будете бездействовать. Водители в одной машине есть. Вон у него машина только что завелась. Двое других подстоят. Данные машины можно узнать? Что? Данные машины можно узнать? Вы будете пресекать административное правонарушение? Если данные скажите, я должен где-то участвовать. Вот сейчас водитель едет. Как вы будете пресекать? Да, ну установите правонарушителя. Я сообщу, вас тут трое. Один из вас может пока заняться этим вопросом, а я данные свои сообщу. Куда пошел? Меня зовут Бакшаев Илья Игоревич. Я не знаю. Знаете меня? Есть ответ, пермский, точнее не ответ, а схема Пермской дирекции дорожного движения. Этот весь участок является тротуаром. Я спрошу зафиксировать административное правонарушение, сфотографировать транспортное средство и дать мне ответ. Вы меня слышите? Да. И что, отпустили вы его, да, сотрудник полиции? А? Отпустили его? Я данные машины записал. Там грузина была проведена. Разъяснительные беседы и все. Какая? Такая, что больше есть машины не ставил. Вы уполномочены ее такие беседы вести? Да. Уполномочены? Да. Вы сотрудники ГИБДД? Мы сотрудники полиции. Так, и? Мы посекаем все административные правонарушения. Проводим практические беседы по данному нарушению. Угу. Часто мы что ждем? Так. Вас будет уже пятеро сейчас. А я один. Вы не сопротивляетесь. Чему? Вам? Кому точнее? Здравствуйте. Здравствуйте. Что ваш коллега не может без вас как-то решение принять, да? Ваш коллега не может как-то без вас решение принять? Может, самостоятельно. Что-то я сомневаюсь. Данные ваши можно узнать? Бакшаев Илья Игоревич. Вы же меня знаете. Сказали только что. Я помню, когда мы ваши не знаем. А, данные не знаете. Ты будешь знать. Бакшаев. Илья Игоревич. Ваша дата рождения? Я понимаю, фотографии вы не делаете. Фототаблицу тоже не делаете. Фиксируй. Это не ваши коллег машина постоянно стоит? Я не знаю. Не знаете? Не ваши? Мы же всех коллег не знаем. Не всех знаете? Какие именно машины ездят. Даже если бы знали, не сказали, да? Ну, почему? Так, Hyundai... Наши коллеги сзади стоят, за отделом. Ага, это понятно. Hyundai 876, Харитон Анна 59. А вот эта машина действительно уже, наверное, недели две. Она без движения. Chevrolet. Мочете. Да. Тимофей 873. Ланос, Ланос. Ланос? Да. 193 регион.
Как я получу ответ? Еще раз? Секундочку, пару секунд. А я считаю, что вы слегка свои полномочия превысили, сотрудник полиции. Ну как не превысили? В области безопасности дорожного движения принимают решение уполномоченные лица. Вы обязаны были ГИБДД вызвать, и они обязаны были какое-то решение по нему принять. Я гражданина не выгонял, правильно? Я подошел к гражданину и сказал, я говорю, вы уезжаете, он такой, да. Так. Я говорю, хорошо, я говорю, вы в курсе, что как здесь стоит нельзя машина? Он сказал, хорошо, я вышел, все. И все, да? Я гражданина не выгонял, он сам уезжал. Да почему если выгоняете? Я говорю, по пресечению и привлечению к ответственности. Нет, представьте. Какой номер КУС? Пройдемте. Зачем? Заявление. Так я только что подал его. Писать рапорт. Только что подал вам его. Что? Только что вам его подал. Кто его подал? Я вам подал заявление. Обращение об административном правонарушении. Вы ко мне обратились, заявление принимаю полностью. Там план совсем. Пойдемте. Пункт 14, приказ 736, откройте и почитайте, как принимается обращение от гражданина. Я не обязан никуда проходить. Я задержан? Нет. Нет. Вы желаете заявление? Смотрите, я вам тогда небольшой ликбез, если вы не знаете. Открывайте пункт 14, приказ 736. Там написано, что вне территориальных органов полиции, на улице, грубо говоря, сотрудник полиции принимает обращение, устанавливает его данные, записывая, что вы и сделали, сообщает дежурную часть. Там присваивается номер КУСП. Вот по телефону вы это сделали, обязаны ли вам были сообщить номер КУСП. А вы мне его сообщаете. Все, я не обязан никуда проходить. Я свои объяснения и уже заявление свое подал. Я понимаю, для вас, наверное, первый раз такая ситуация, но на будущее будете знать. Странно, что я это знаю, почему-то лучше вас. Ни для отдела полиции вы не нужны были. Я мог сам туда пройти и дать, подать тебе заявление о правонарушении. Я ему объясняю. Я объясняю ему все равно свою. Вы узнаете, я обязан пройти или нет? Если я обязан, выдвиньте требования. У вас, наверное, там стажер сидит, который не выбирается. Пойдем с нами до отдела полиции. На данный момент у меня нет возможности принять его заявление. Ни в электронном, ни в устном написано, потому что у меня нет оборудования нужного. Такое оборудование-то? Не нужно никакого. Вот вы записали служебную книжку. Это служебная книжка. Так, вы передаете мои данные, все, больше ничего не нужно. Заявление пишется в отделе полиции на специальном. Хорошо, ладно, давайте, я отказываюсь пройти. Мое зафиксировано обращение. В течение 30 дней не поступит ответ, я подожал в прокуратуру лично на вас, на ваше бездействие. Вот и все. Ну все просто. Вы мне номер КУС подсказываете сообщить, правильно я понимаю? Заявления еще не было, у вас нет заявления. Хорошо, это ладно. Ну, подожду, да. Я ему это снимаю. Что сейчас с ним все делать? Если он отказывается. Доставить, задержать, наручники деть. Что делать? А, зарегистрировано? Конечно. Это он просто требует. А, не делает. Как нету, если зарегистрировано? Пуск 97-58. У вас заявление зарегистрировано? Ого. Пуск слышали? 97-58. Все. Ваше заявление принято? Все. Вот видите, как все просто.
Еще какие-то вопросы? Нет. Всего хорошего, до свидания. Всего доброго, до свидания.